Посвящение в студенты в разных вузах проходит в разное время. Кто-то приурочивает его ко дню знаний, где-то вчерашним абитуриентам дают время немного привыкнуть к новому месту учебы и отодвигают мероприятие на середину осени. Так, по многолетней традиции, 31 октября прошло посвящение в студенты в новошахтинском филиале Шахтинского колледжа топлива и энергетики имени академика Степанова. Студенческая пора не только самая прекрасная пора в жизни каждого человека, но и очень ответственный период жизни. Это время становления, развития и вашего профессионального роста. Если у вас есть много идей, которые вы хотите реализовать, мы всегда рады видеть вас в наших стенах. У нас вы можете найти массу возможностей для самореализации. Но я вас поздравляю с вашим праздником и хороших вам отметок в зачетках, потому что еще чуть-чуть и наступит долгожданная первая сессия. С праздником! Праздничное посвящение студенты – самая главная и самая важная традиция каждого учебного заведения. Как правило, торжественная часть сопровождается передачей зачетных книжек новоспеченным студентам. Преподаватели торжественно зажигают огнем знаний сердца студентов-первокурсников. Однако, прежде чем вручение произойдет, первокурсники должны проявить все свои способности и доказать на деле, что они достойны быть принятыми. Где профессор задавал свой вопрос про даты, я ему в ответ, зачем студента брать солдаты? Мы частушки пропоем, пропоем не мешкая, я на пары не пришла, ни одна салишка. Разумеется, все шутки в день посвящения совершенно беззлобные и дружелюбные. Главная задача старшекурсников – сделать день посвящения в студенты особенным и запоминающимся. Ведь этот день многие с улыбкой вспоминают на протяжении всей жизни. Кроме прочего, активное участие в столь масштабном праздничном мероприятии позволяет проявить себя в первые дни обучения, найти новых друзей и ближе познакомиться с однокурсниками. Посвящение в студенты – как шаг в огромное братство студентов, которое оставит большой след в вашей жизни.